Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как производить ремонт iPhone 7 Plus. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Отщелкиваем. Теперь нам необходимо открутить 4 винтика металлической защиты. Открутили. Теперь необходимо снять металлическую защиту и отсоединить дисплейные шлейфа. Первый и второй. Теперь необходимо открутить верхнюю металлическую защиту. Там находятся 3 винтика. Убираем металлическую защиту в сторону и отсоединяем шлейф. Все, мы отсоединили дисплейный модуль. Теперь его убираем в сторону. Теперь нам необходимо открутить два винтика металлической защиты. Снимаем металлическую защиту. Необходимо отсоединить два шлейфа. Вынимаем нерабочую камеру. Далее необходимо установить новую камеру, подсоединить ее к печатной плате, установить металлическую защиту и прикрутить два винтика. Я перемотаю видео немного вперед. Теперь нам необходимо установить дисплейный модуль. Для начала подключаем верхний шлейф, на котором установлена фронтальная камера и датчик света. И подключаем к печатной плате дисплейный модуль. Два шлейфа. Подключили. Устанавливаем металлическую защиту. Ее необходимо прикрутить на 4 винтика. Теперь устанавливаем верхнюю защиту. Ее также необходимо прикрутить на 3 винтика. Не путайте винтики. Откуда выкрутили винтик, туда тот же винтик и вкручиваете. Все, вкрутили. Теперь нам необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Закручиваем два нижних винтика и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.